сейчас будет слышно монастырь. Монастырь.
А горные ботинки, они подошвой крепкие, да? Конечно. Чтобы вот это вот не вихлялось стопа. Не, мне главное так знать. Нет, нет, их стоит посмотреть. Показался наш. Так что они хорошо ступню это держат, не дают ей как-то там вихляться, вот да? Именно, вот именно. Она будет проще держать любую тропу, любую. А то устаешь от того, что стопа туда-сюда, туда-сюда. Вот ходишь. Правильно. Поэтому они как раз и хороши эти горные. Угу. Ну в этих туфлях, ну вот в таких, мы просто очень быстро устаем, понимаете? Я долго выбирал Волга, полгода, наверное, я выбирал. Ух ты! То там, то там, то там. Ну, в спортмастере, в этих. А потом увидел у себя в Майкопе, ну надо. Лучшая фирма. Они... Причем я искал, чтобы они кожаные были. Пусть они дорого стоят, но чтобы они были легкие и дышащие. И как раз, да? И как раз. И размеры, все, все отлично. Они сами ботинки легкие. Просто удобно. Да, мундирование имеет большое значение. По горам, да. Ну что, я сейчас иду в обычных туфлях осенних. Ага. Осенних и синих. Я взял то, что они легкие и кожаные. И кожаные. Так это какой монастырь у нас? Монастырь Святого Пантелеймона. Целителя. Целителя, да. Саша, Геннадий Петрович, я считаю, это судьбоносный такой момент. Мы с вами вдвоем. Ребята куда-то убежали. У них немножко свой профиль. А мы с вами вдвоем движемся, причем я иду за вами. Не впереди вас, а именно за вами. Идем, идем. Ну, у нас хорошо спуск. Не подъем. На спуске мы. Абсолютно другое.
похоже на. А вы когда куклюмуш шли, одели эти ботинки? Нет, не пошел в этих обычных. Петрусь, я надеюсь, Бог даст, я в тех ботинках надеюсь еще походить, понимаете? Поэтому вот хочу восхождение именно на святую гору Афон. Начать в них. Ой, хорошо. Хорошо. Хорошо, хорошо. Куклюмуш. Я взял, может, великоватый рюкзак, но зато туда все помещается. Все, да? Все, что хочешь. Сколько там килограммов? Не знаю. Куклюмуш. Мышцы голени устали. Давайте, если будет возможность горизонтального какого-то положения, давайте немножко придем и встряхнем. После вчерашнего. Или можем где-то тут, не доходя, вот так вы присядете, я пройдусь, даже не раздеваясь. Идем, просто я констатирую факт. Де-факто, де-юре. Оливки. Оливы. Оливки. Ну что, передохнем? Геннадий Петрович, Геннадий, тебе привет, жду тебя в гости. Ой, оливы, тут скажи, им тоже... Скажи какие-то, вот, ну, это тоже лет по 700. По 1000 лет, да. По 700 лет это точно, по 1000 есть, да. В Иерусалиме там, конечно, побольше, там 2000 лет, вот такие. Да. Ну, а ты не в Иерусалиме? Я вот хочу съездить. Там они... Я вам даже не дал задание, чтобы она узнала по поводу этого. Давай, созвонимся, вот есть такой... Так вон, в... Куклюмуш. Привет, Наталья, 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 Наталья,
По горам бегает. Вот это вот. Нет, пойдет от меня. Этот, в Тель-Авиве тоже дорогой. Ну, дешевле. Дешевле, чем Иерусалим. Уже это что, Иерусалим там возились здесь куча полчаса на том, что за вот это, если их потом ночью там поставить, может она уже интернет не а тебе там интернет не было, ну, не было. Хотите заснять, Мак? Максомасейка. Мак камнеломка. Плохо, что ручка оборвалась. Вот они, оливки. А куда мы поплывем? Поплывем это потом, это приезжает. А, да там выйдет все половников этих. Нет, сейчас приехала нормально. Нормально на Пасху. Ну бегите, бегите. На Пасху-то занимайте очередь. Да, бегите первые. Ё-моё. Охренеть. Везде. Как с латыни переводится слово это? Охренеть? Да. Я шучу. Да, охренеть. Везде тут нафиг это. Очереди, мочереди. Вперед. Плывет в паром с половниками, которые тут что-то займут. Надо их опередить. Поэтому шевелим поршнями. Ooh.